Традиционный Жнивинский педсовет в новом интерактивном формате. Областная конференция наставников проходила сегодня у облвыконкаме. Выкладчики центрального региона обмерковали, как повысить якость эдукации и подрыхтоваться до нового научального года. У каждом из 22 районов в области организовали видеостудию. И в таким онлайн-формате разом вырешали актуальные питания. Акцент на якость подрыхтовки вучнев и узровень ведов. У конференции так само принял удел ректор Белорусского педуниверситета. Все лето в Минской области колькость профильных педагогичных классов повеличится. Нужно создавать соответствующие условия, чтобы педагогической профессии возникал интерес уже у школьников. Очень много ребят готовы работать в системе «Человек-человек», стать педагогами, но надо их немножко поддержать. Вот было принято такое решение главой государства о том, чтобы для учащихся создать педагогические классы в стране и чтобы выпускники их имели льготы при поступлении на педагогические специальности. Сегодня мы уже подготовили базы учреждения образования. Практически 4500 учащихся будут обучаться в профильных классах. И это для нас, от нас потребует серьезной ответственности. Это не только наличие материально-технической базы учреждения образования, это наличие высококвалифицированных педагогов, которые будут заниматься этим направлением деятельности. Естественно, нам необходимо укреплять свои кадры, думать о перспективах. А наступный этап областной педагогичной конференции пройдет в эту пятницу у Молодечни. Самые талиновитые вучни и переможцы международных конкурсов и олимпиад презентуют доследшие работы, а наставники продемонструют властные методичные проекты.